Друзья, всем привет! У нас в офисе торжественный момент. Как вы знаете, вчера у нас был розыгрыш по клубу 100. И вот Марина сказала, что она самый невезучий человек. Она в жизни никогда ничего не выиграла. И вчера, друзья, выиграла она приз и ее мама два приза. Я с радостью, Марина, поздравляю тебя, дарю тебе эти подарочки. Пусть они будут для тебя твоими талисманами, твоей удачей с компанией Армель, с командой Number One. И поделись, пожалуйста, своими впечатлениями. Впечатления, конечно, вчера, сегодня уже поутихли эмоции. Вчера их было не передать. Вот писала в чаты, что я вообще, так как я являюсь самым невезучим человеком в своей жизни, это, наверное, мой первый такой подарок, так скажем, да, первый розыгрыш, которым я тут что-то выиграла. Что могу сказать? Что, знаете, на самом деле мы вчера с Олесей разговаривали о том, что нужно делать посыл во Вселенную, да, и мыслить позитивно, то есть думать о том, то, что у меня все получится, я выиграю. И вот вчера я пришла домой, почему-то такая внутренняя уверенность была, что я выиграю. И действительно, наверное, Вселенная меня услышала и подарила мне вот такой подарок. Очень приятно. Спасибо большое Олесе Селезневу, Владимиру Селезневу за такие приятные подарки. Хочется делать больше, работать и только расти. Супер. Помните о том, что все в наших головах, а с Армель успех он сопутствует всем. Больше принимать участие в клубе 100. Будешь принимать еще участие? Конечно, да. Теперь уже всем своим партнерам я вчера позвонила и сказала, что чтобы они обязательно в этом месяце сделали как минимум 100 баллов, участвовали в клубе 100 и выиграли свои подарки, призы. Наставник плохого не посоветует. Всем удачи, ждем вас в компанию Армель, команду Number One, клуб 100, конечно же. Пока!